Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их биографией. Хосе Бенлюре Ихиль, испанский художник, родился в Кабаньяле, Валенсия, 30 сентября 1858 года. Изучал живопись у Франциско Доминго Маркеса и с самого начала проявил такой заметный талант, что его отправили в испанскую школу в Риме. С 1903 по 1913 год он был директором Испанской академии изящных искусств. Данные я беру из переводной Википедии. Был одним из избранного круга лиц, отправленных испанским правительством на пенсию для проживания в Италии, и выполнил несколько государственных заказов на оформление общественных зданий. Но своей главной славой он обязан своими большими историческими картинами, в частности, «Видение в Колизее». Стал лидером испанской художественной колонии в Риме, где практиковал как художник и скульптор. Женился на Марии Ортис в 1880 году, после того, как обосновался в Риме. В Италии он писал небольшие жанровые картины. Ныне они в Музее изящных искусств Валенсии. Получил первую премию национальной выставки 1887 года вместе со своим братом, скульптором Мариано Бенлюре, который представил отмеченную наградами скульптуру художника Хосе де Рипейре. Бенлюр добился нескольких успехов в Париже, Мюнхене, Штутгарте и Берлине благодаря своим картинам. В 1903 году он возглавил Испанскую академию в Риме, занимал эту должность в течение 10 лет. Был отцом художника Хосепа Бенлюре и Ортиса, известного как Пипино, который родился в Риме в 1884 году. В конце 1919 года отдал дань уважения Риму, организовав выставку из 45 картин в Мадриде в залах Королевского театра. По возвращении в Валенсию был назначен почетным президентом кружка изящных искусств Валенсии. Стал директором Музея изящных искусств Валенсии, занимал эту должность до 1924 года. Получил большой крест короны Италии и крест офицера почетного легиона от французского правительства. Умер 5 апреля 1937 года в Валенсии. Вот так вкратце о испанском художнике Хосе Бенлюре Ихиль. Пока-пока, до свидания.